Следующий вопрос. Кам хутба ли салат или тисфа? Сколько проповедей совершается при намазе прошения дождя? То есть, допустим, в пятничный день совершаются две проповеди, так или нет? В праздничный день сколько совершается проповедей? Одна. А сколько, говорит, совершается во время намаза прошения дождя? Говорит Захир Адилля Тильбаб, Анна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, хатаба худбат вахида. Хадисы главы указывают на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал только одну проповедь. И это мазхаб имама Ахмада, а также большинства ханбалитов. И это мнение Абу-Рахмана ибн Махди, Абу-Юсуфа, и правильным его посчитал Аз-Зайляй. И второй мазхаб в этом вопросе, который придерживался имам Малик, а также Шафи и Ахмад в одном из ревят от него, или Анна Худбатан, то, что нужно совершить две худбы из-за хадиса ибн Аббаса. Вакаттакаддам анну даиф. Но мы уже говорили, что этот хадис является слабым. То есть в хадисе ибн Аббаса он говорит, и пророк не совершал худбу, как вы ее совершаете. То есть, возможно, в некоторых ребятах пришло, что он сказал, что, ну, что он совершал две худбы, а не одну. Нам говорит, وَتَقَدَّمْ أَيْدًا أَنَّ الْعِيدْ لَيْسَتْ إِهِ إِلَّا худба. И мы говорили, что в праздничном намазе нет ничего, кроме одной худбы. Так? То есть, они на что опирались, точнее, на хадис ибн Аббаса, где ибн Аббас говорит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил намаз прошения дождя, так же, как совершил праздничный намаз. Отсюда сказали, а раз, значит, как он совершил праздничный намаз, знаешь, должно быть и худбы тоже две, как при праздничном намазе. Мы говорим, при праздничном намазе одна худба, поэтому этот довод не годится ни с какой стороны. Ясно или нет? Значит, правильное мнение, что перед намазом прошения дождя совершается одна худба.